Вы говорите, в Киеве не убирают. А вот в Питере разгребать не разгребсти. Блин, сегодня 8 января 2019 года. Снег в Питере. Дворники вообще не работают. Здесь нужно пройтись с машиной и собрать вот это. Вообще грязина, город называется Северная столица. Что вообще никто не понимает. Между тем сегодня всего там минус 1 градус. Чего вы не чистите снежные дорожки? Вообще безобразие. Это Петроградка, большой проспект Петроградской стороны. Ну, чистильщик едет, какой-то мусорщик. Снег не могут убрать. Блеска нищета северной столицы. А магазины-то за эти дешевле 8 тысяч ничего не купишь. О. О. Неужели не убрать? Господи, а скользко, ёшкин. Весь Питер. Снег вообще не вывозит, я вообще поражаюсь. Тут грязь. О, тут грязь. Видишь? Вы говорите, в Киеве не убирают. А вот в Питере разгребать не разгребсти. Вот улица Ленина, сегодня 8 января 2018 года. Вообще снег не убирают. Переход улицы Ленина. Где вообще дворники? Небольшой проспект. Нет, вообще кто что убирает снег. Уже же неделю снег лежит. Нетронутый девственный снег. Это улица Гатчинская. Господи, понакидано мусора. Ой, люди. Здесь все кидают. Мусор кидают. Ну, грязище. Здесь сейчас как залит. Скользко будет. Слякоть никто. Никто не разгребает этот снег. Вообще в Питере не хотят работать дворники. В Киеве не убирают. А у нас? У нас так еще убирают. А? Где-то что-нибудь убирают. Ой, здесь как скользко было на днях. Yeah.